Ярдем для меня – это второй дом. Здесь, в Ярдеме, я могу читать Коран, в джамаате молиться, держать уразу, месяц уразы, таравихи выполнять. В домашних условиях такой возможности не всегда бывает. Прекрасные преподаватели в Ярдеме, очень добрые и отзывчивые сотрудники Ярдема, сильно помогают незрячим, и это радует человека, особенно незрячего человека. Я уже седьмой раз приезжаю, как магнитом притягивает вот этот Ярдем, ибо здесь есть все, что необходимо незрячим.